Самые капризные знаки зодиака. Астрологи выделили 3 знака зодиака, которые чаще всего бывают пессимистичными и видят только худшие в своей жизни. Подписывайся на Телеграм по ссылке в шапке канала, а я сейчас расскажу. Раки могут быть раздражительными, как и символ, с которым они связаны. Они домоседы, которые заботятся о семье и традициях. Они могут быть ворчливыми, когда чувствуют угрозу или неуверенность в своих финансах или романтических отношениях. Если вы застанете Скорпиона в плохом настроении, он будет несчастен. Они могут быть одними из самых капризных знаков зодиака, когда чувствуют, что их недооценивают. Скорпионы также становятся раздражительными, когда они не уверены в себе. Представители последнего знака делают вид, что злятся, хотя на самом деле это не так. Они не делают ничего, что могло бы указать на то, что у них хорошее настроение. Они не приукрашивают свои слова и поэтому могут казаться капризными. И этот знак – Козерог.